Добрый день. Я являюсь руководителем программы цифровой магистратуры «Международный энергетический бизнес». Меня зовут Черняев Максим Васильевич. Цифровая магистратура «Международный энергетический бизнес» представляет собой новейшее практикоориентированное бизнес-образование. Особенностью учебного процесса является обучение одновременно по двум программам. Программе магистратуры и программе бизнес-образования уровня MBA. Руководитель программы MBA Сахарчук Наталья Сергеевна. И мы сейчас к ней обратимся. Наталья Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, коротко об особенностях нашей программы. Здравствуйте. Целевой аудиторией программы являются специалисты-представители предприятий энергетического комплекса, ориентированные на продолжение обучения в магистратуре и повышение своей квалификации. Одним из преимуществ обучения по двум программам является продолжительность учебного процесса, которая составит всего 1,5 года. Такой срок обучения достижим за счет перекрестной переаттестации дисциплин по обеим программам. При этом объем учебной нагрузки на программе цифровой магистратуры составит 120 кредитов, в которые входят лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента и практики. Программа реализуется для граждан Российской Федерации и для иностранных граждан. Язык преподавания на программе – русский. Особенностью является требование, предъявляемое к абитуриентам. Это наличие законченного высшего образования и наличие подтвержденного опыта работы не менее 2 лет. Спасибо, Наталья Сергеевна. Отмечу, что дисциплины в режиме реального времени будут читаться по пятницам, субботам и воскресеньям. При этом программа реализуется модульно, и каждый из модулей имеет свою тематическую направленность. Первый – лидерство. Второй – бизнес. Аналитический и экономический модули, а также 2 профессиональных модуля – организационные основы энергетического бизнеса и интернационализация энергетического бизнеса. А сейчас мы перенесемся с вами в нашу виртуальную студию, где координатор программы Кореневская Анна Вадимовна расскажет вам об организации и проведении производственных практик. Спасибо, Максим Васильевич. Меня зовут Анна Вадимовна, и я расскажу вам подробнее о практике в рамках нашей программы. Учебный план магистерской программы включает в себя не только дисциплины. Важная роль в нем отводится организации и проведению производственных практик, реальных и виртуальных. В качестве виртуальных практик для вас будут организованы виртуальные туры в крупнейшие международные организации, такие как Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии, Организацию стран-экспортеров нефти и в Европейское представительство Национального рейтингового агентства NRA International. Уважаемые коллеги, пожалуйста, посмотрите фрагмент прошлогодней практики, которую мы уже организовывали на базе ООН. Сегодня на этой экскурсии также будет присутствовать мой коллега Владислав, который поможет мне с проведением этой виртуальной экскурсии. Гульнара, добрый день, и я тоже приветствую всех участников. Да, моя роль сегодня будет заключаться в том, чтобы помогать Гульнаре с техническими какими-то деталями, то есть если ее будет не слышно, пропадает видео или что-то такое, то я могу взять на себя проведение экскурсии. Как видите, это будет полное погружение, которое обязательно будет увлекательным. Максим Васильевич, передаю вам слово. Уважаемые слушатели, а сейчас мы свяжемся с нашим наставником, научным руководителем программы, деканом экономического факультета РУДН Масейкиным Юрием Никитовичем. Юрий Никитович, добрый день. Максим Васильевич, добрый день. Рад слышать. Расскажите, пожалуйста, пару слов о программе «Международный энергетический бизнес». С большим удовольствием. Добрый день всем слушателям нашей программы. Я хочу отметить прежде всего, 2 уникальных особенности этой программы. Ну, во-первых, эта программа узкоспециализированная. Она формирует лидеров нового поколения, способных вести национальный международный бизнес в энергетической индустрии, принимать грамотные экономические и технические решения в условиях
турбулентности мировой экономики и международных экономических отношений. Вторая особенность этой программы состоит в том, что она совмещена с еще одной программой, программой мастера делового администрирования, которая известна во всем мире под названием программа MBA. Она формирует уникальные управленческие навыки, навыки управленческой деятельности. И вот этот симбиоз экономических знаний и навыков управленческой деятельности позволит выпускникам программы «Международный энергетический бизнес» совершить прорыв в самокапитализации и будет способствовать повышению их конкурентоспособности как на рынке труда, так и в профессиональном сообществе. Я хочу пожелать всем слушателям программы удачи, успехов и хороших результатов. Юрий Никитич, большое спасибо за ваши слова. Вам спасибо, Максим Васильевич. На связи. До свидания. Всего доброго. Мы будем рады видеть именно вас в качестве участников нашей программы цифровой магистратуры «Международный энергетический бизнес».